Овен. Прекрасный день для контактов любого рода. Нужная информация будет приходить к вам легко благодаря вашей коммуникабельности, открытости и любознательности. Возможно, вы получите приглашение в поездку или в гости. Это удачное время для овнов, получающих высшее образование и планирующих отъезд за границу. Телец. День коротких, но интенсивных раздумий. Чтобы срочно решить неотложный вопрос, придется проявить энергию, внимание и подвижность. Наиболее медлительные тельцы смогут преодолеть свою инертность в сфере мышления и общения. Переписку и переговоры старайтесь не затягивать, не осложнять длинными вступлениями и заключениями. Близнецы. Прекрасное время для быстрых переговоров и недолгих коалиций. Можно оживить и заставить заиграть новыми красками давнее постоянное партнерство. Новая дружба будет интересной, но недолговечной. Это отличный день для любого взаимодействия с людьми, требующего оперативности и сообразительности. Например, для сделок, блиц-опросов и мгновенных консультаций. Рак. Атмосфера дня благоприятствует работе с документами, рассылке деловых писем и поиску сведений. Если хотите сделать карьеру, покажите, что раки умеют не только тонко чувствовать, но и эффективно общаться, конкретно мыслить, доходчиво излагать свои соображения. Совещания, доклады, инструкции, сообщения сделайте короткими, но информативными. Лев. Сегодня солнечные львы общительны и получают много интересной информации. Даже в затруднительных ситуациях их выручает креативный подход к любой проблеме. День благоприятен для общения с любимым человеком, людьми издалека. Он также располагает к веселью, подходит для обсуждения деталей праздничного сценария, помогает прояснить суть романтических отношений. Дева. Разумным и придирчивым девам не помешает доля бесшабашности. Сейчас вам полезно контактировать с энергичными людьми, способными развеселить и подбодрить в трудную минуту. Это удачный момент для откровенного разговора с членами семьи. Возможно, вам пора открыть очередную страницу в любви, профессии или творчестве. Весы. В этот день не обойтись без общения. Возможно, спонтанные обсуждения. Не исключаются новые знакомства. Это подходящий момент для разговора на чистоту. Вам будет нетрудно подловить собеседника в нужном вам настроении. Сделав это, не теряйте времени зря и сразу выкладывайте все, что хотели сказать. Не позволяйте партнеру превращать ваш диалог в монолог. Скорпион. В центре вашего внимания сегодня может оказаться оказание срочной помощи другим, пополнение кошелька и укрепление здоровья. Ваши услуги будут оплачены. Есть шанс найти побочный заработок. Вам пригодится умение быстро оценивать людей и ситуацию, ловко пользоваться источниками информации и излагать свои мысли в краткой форме. Вам также не повредят искренность и чувство юмора. Стрелец. Звезды дарят вам возможность самораскрытия через слово, устное или письменное. Даже если вы ограничены в действии, вы свободны в полете свои мысли и блещете остроумием. Ваши речи могут быть спонтанными. Сухой деловой переписке или скучным официальным переговорам можно предпочесть более творческие занятия. Стрельцам, сгорающим от любви, удастся найти подходящие слова для выражения своих чувств. Козерог. К получаемой информации вам сегодня трудно относиться равнодушно. В течение дня вы можете услышать интересный разговор или получить интригующее известие. Вероятен интенсивный обмен мнениями с домочадцами. Если вы типичный козерог, ограничьтесь восприятием чужих мыслей и не торопитесь высказывать собственные. Впоследствии вы можете пожалеть о том, что сказали в торопях. Водолей. Даже если вам интересно в одиночестве, не отказывайте себе в общении с миром. В отсутствие контакта с другими людьми водолеи быстро почувствуют скуку. Это замечательный день для всего, что связано с учебой, поисками новых знаний и информационных источников. Подходящий момент для тесного взаимодействия с единомышленниками и родственниками. Рыбы. Не время для постоянных сомнений и откатов назад. В общении избегайте уклончивости и таинственных намеков. Если ситуация ясна, не откладывайте поездку или платеж. Материальное положение рыб сегодня во многом зависит от оперативности и умения быстро ориентироваться в обстоятельствах. Сказав или сделав что-то в нужный момент, можно изменить затянувшуюся ситуацию. Каждое утро вносит в нашу жизнь что-то новое. Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. До 250 тысяч рублей за 15 минут. С переплатой всего 10,4%. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Каким бы ни было сегодня расположение звезд, мы желаем вам удачи!